Слишком сильно люди любят всякие громадные и необъятные штуки. Наверное, этим тираннозавр и обязан своей популярностью. Ведь крупнее него хищников на суше точно не было. Или все-таки были? В общем-то, герой нашего сегодняшнего ролика довольно занимательный ящер. Открыт он был практически сразу после своего вымирания в конце 19 века. И уже на тот момент смог здорово удивить тамошних палеонтологов. Те же, по привычке или по незнанию, определили беднягу в мегалозавры, хотя тогда любого динозавра с хищной внешностью старались туда определить. Ироничен тот факт, что родственником мегалозавра он в итоге и оказался. Правда, настолько же дальним родственником, насколько мой канал является научным. Чуточку позже, по пришествии века 20-го, спинозавра удалось изучить несколько более конкретно. Правда, внезапно началась Вторая мировая война, и с Берлинским музеем, в котором хранились остатки голотипа спинозавра, случился американский бомбардировщик. Бомбардировщик! Случился он настолько к месту, что останки превратились в пепел, стоит заметить, что не радиоактивный. Тем не менее, дальнейшие исследования спинозавров уже не были связаны с тротиловым эквивалентом, что явно положительно сказалось на их динамике. Если описать динозавра поконкретнее, то самой выдающейся в прямом и переносном смысле частью тела у него был большой гребень. Хотя, конечно, стоило бы подметить, что еще и огромные размеры, когда оценочная длина могла достигать от 14 до 16 метров. Но скелеты таких размеров можно сосчитать по пальцам отрубленной руки, а значит, это не особо статистически важный параметр. Изначально предполагалось, что спинной гребень мог использоваться как солнечная панель для прогрева или охлаждения ящера. Возможно, это, конечно, и было так, но следов кровеносных сосудов мы, естественно, не найдем, так как перепонка гребня не сохранилась, а значит, такому гребню можно поискать дополнительное применение. Самым тривиальным вариантом было бы использование этого гребня как паруса для простого дрейфа по поверхности водоема, либо как основы для жирового горба. Ведь животное было рыбоядным, а значит, в плане питания довольно оппортунистичным. Ведь рыба в один момент может кончиться, а значит, нужно будет или иметь запас жира, чтобы ждать, либо запас эволюционной универсальности, чтобы жрать то, что убежать от тебя не в состоянии. Видимо, спинозавр комбинировал как минимум два способа использования гребня, как терморегулятора и как место запасания жира, что, видимо, и привело к успеху эту группу терапод. Вообще, среди ближайших родственников спинозавр был единственным с развитым гребнем. У остальных представителей этой группы, таких как барионикс или ирератор, отростки позвонков хоть и были высокими, но чистого паруса не образовывали. Что, кстати, еще сильнее намекает на то, что гребень как минимум в начале своего формирования использовался для запасания жира, а не терморегуляции. С другой стороны, тут все вилами по воде писано, так что продолжим. Откуда же нам известно, что спинозавры жили в воде? Ну, строго говоря, спинозавры не были чисто водными животными, хотя количество адаптаций к охоте на водную добычу просто огромно. Зубы представляют из себя колья для накалывания скользкой и верткой добычи. Череп удлинен, а челюсти сужены. При этом наблюдается сильный крокодилий прикус. На самом деле, в плане строения черепа спинозавры очень похожи на своих внучатых племянников – крокодилов. А точнее, на смесь крокодила и гавиала. Видимо, и в стиле охоты они были похожи. А вот тут как раз-таки внешнее сходство не означает сходство в поведении. Спинозавры – это медведи своего времени. Огромные, косолапые, неповоротливые, видимо, еще и с жировым горбом, а все тело покрыто жесткими перьями вперемешку с пухом. Правда, излишней пугливостью, ввиду слаборазвитого мозга, они не отличались. А вот в плане всеядности, видимо, были эталоном. Могли же питаться они практически всем. Это и падаль, мелкие травоядные динозавры, рыба, моллюски, добыча других более мелких хищников, которых спинозавр сгонял с нее. Но вот с активной охотой у данного индивида были явные проблемы. Видите ли, согласно строению, центр тяжести его тела находился несколько ближе к плечам, чем к крестцу, а значит, об активном передвижении на двух лапах можно забыть. Да и если посмотреть на передние конечности, которые были непропорционально огромны для хищного терапода, то мысль о постоянном двуногости как-то отпадает сама собой. Правда, на ладонь спинозавр опереться не мог, под таким углом передние конечности не гнулись, но, судя по всему, он опирался на костяшки пальцев, как это делают, например, современные гориллы. Также водного охотника в спинозавре выдает наличие рецепторов давления по краям челюстей, нужных как раз таки для того, чтобы фиксировать направление движения и скорость плавающей в воде рядом добычи, при этом не используя зрение, что как бы намекает на то, что вода, в которой спинозавры занимались охотой, вряд ли была прозрачной. С другой стороны, наличие
наличие очень высокого гребня, видимо, мешало адекватно затаиться у поверхности на берегу водопоя, как это делают современные крокодилы, а значит, спинозавр водил головой под водой и ловил добычу как медведи, выбивая ее на берег огромными передними лапами или поддевая с помощью частокола зубов на нижней челюсти. И все-таки, даже несмотря на то, что, скорее всего, стиль охоты не требовал от спинозавра, скажем так, полного погружения, кости его были лишены воздушных камер, а мышцы ног были гораздо слабее, чем аналогичные мышцы кархародонтозавров или аллозавров. При этом строение хвоста указывает на то, что он был отлично настроен для водных прогулок, да и все тело спинозавра было куда более гибким, чем у большинства его хищных современников. И если подвести итог, то сразу понятно одно. Киношный спинозавр, как и ожидалось, практически ничего общего с настоящим не имеет. Это был неактивный, довольно неприспособленный для бега или сражения с крупными хищниками динозавр, который занимался тем, что ловил крупную рыбу и иногда принимал солнечные ванны. А когда в сезон засухи водоемы испарялись, он просто отправлялся на поиски другой кормушки. Но при этом, благодаря внушительным размерам, огромному тяжелому черепу с частоколом зубов и огромным передним лапам с не менее выдающимися когтями, он мог за себя постоять. Проблема только в том, что никто бы и не решился проверять такую машину на прочность. А, и вот еще что. С тираннозавром они никогда не встречались. Как-то так. Спасибо, что послушали. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Естественно, подписывайтесь на мой канал. А пока, всем пока!